что в этом зале начинался мой путь в кино. Здесь были классики, Аксакалы. Здесь работал Ефимов Дикий, отец нашего президента. Здесь было столько мастеров, которые нас вдохновляли, обучали, направляли, посылали загорячительными напитками, тоже входило в обязанность наших ассистентов. Но я счастлив, что в этом зале, что можно сейчас здесь вручить мой приз. А я этот приз уже, вы знаете, когда только увидел в программе фильм, которого я уже проголосовал на премию Ника, но Ника то ли будет, то ли нет, переносится со всеми этими вирусами. Я сказал, этот приз я вручу только этому человеку. Это великолепный мастер. А все Федорченко. Итак, приз почетного президента вручается кинорежиссеру, продюсеру, призеру международных кинофестивалей Алексею Федорченко. Алексей, мы поздравляем вас, просим сказать несколько слов, пожалуйста, и хлопнуть нашей кинохлопушкой. Почему он бесплатный по нашим словам? Спасибо огромное, спасибо большое. Очень тронут, счастлив. Не болейте, не болейте, не болейте, не очень сильно. Почетные места в нашем зрительном зале. А сейчас музыкальная пауза.